есть любовь к человеку, а есть любовь к книге. Книга – учитель, для любого наставница. Интеллектуальное развитие прекращается, когда выпускаешь книжку из рук. Она твой самый близкий друг. После обеда стремишься поспать, льется ли в душу твою благодать? Когда откроешь глаза после сна, полночь темно, когда светит луна. Калорийная, деликатесная пища энергию дает в наше тело жилище. Когда забота лишь в том, чтоб живот набить, когда душа голодна, информации требует пить. Книгосоветчик и тайный разведчик ответит всегда на запросы ответчик, спутник вопросов жизни твоей и моей. Память, вечность, мудрости, ручей. Читайте, листайте любимые книги. Ищите на сайтах заветные мысли. Птица душа из клетки стремится, сеть расцветает, все там хранится.